середине 2012 года начали появляться устройства, способные работать с новым скоростным стандартом Wi-Fi 802.11ac. Сегодня таких роутеров и адаптеров уже предостаточно, но этой зимой компания Asus представила самого настоящего Wi-Fi монстра — модель RTC87U. Один лишь внешний вид и габариты роутера способны впечатлить любого. Традиционные для линейки рубленые грани и текстурированные элементы черного матового корпуса напоминают дизайн ноутбуков из серии Republic of Gamer. Конструкция корпуса подразумевает как горизонтальное, так и настенное размещение модели. Здесь есть и три резиновые ножки, и два отверстия, с помощью которых можно повесить роутер на стену. На переднюю часть корпуса вынесены кнопки включения-выключения радиомодулей, индикаторы, а под матовой заглушкой спрятан порт USB 3.0 для подключения накопителей. На задней панели находятся 4 коннектора для внешних антенн, порт USB 2.0, кнопка VPS, 5 гигабитных LAN-портов, кнопка включения и перезапуска, а также разъем для блока питания. Маршрутизатор построен на базе двухъядерного процессора Broadcom BCM4709A с частотой 1 ГГц. В его распоряжении имеется 256 МБ оперативной памяти типа DDR3 и 128 МБ флеш-памяти под прошивку. За работу в диапазоне 2,4 ГГц отвечает знакомый процессор Broadcom BCM4360. Он обеспечивает поддержку стандартов 802.11b/GN со скоростью соединения до 600 Мбит за секунду. Обмен данными в стандарте IC в 5-гигагерцовом диапазоне реализован с помощью отдельного набора микросхем — Quantenna QCR1000, благодаря которой RTC87U и стал королем. Этому отдельному модулю досталось 128 МБ оперативной памяти типа DDR3 и 16 МБ флеш-памяти. Эта сборка поддерживает 4 пространственных потока и технологию мультиюзер MIMO по схеме 4×4. Это позволило добиться удивительной скорости соединения до 1733 Мбит за секунду для стандарта AC и намного эффективнее использовать внутрисетевой трафик. При первом подключении настройка роутера займет около минуты. Никакого дополнительного софта не понадобится, просто следуйте инструкции. Фирменная прошивка Asus VRT отличается умом, сообразительностью и удобством. Все настройки понятно организованы в группы. Тут есть и поддержка IPTV, клиента DDNS, UPnP, NAT, DMZ, трансляции портов и всего того, что мы привыкли видеть в роутерах. Отдельно следует отметить возможность подключения сразу к двум сетям с контролем доступа, функцию родительский контроль, возможность работы в режиме моста и наличие встроенной системы защиты A-Protection, которая определит слабые места и самостоятельно заблокирует зараженные устройства сети. Могучая платформа позволила реализовать и VPN, как сервер, так и клиент. Сервер поддерживает протоколы PPTP и OpenVPN, а клиент умеет работать с L2TP. В разделе администрирования есть командная строка и возможность контроля беспроводных клиентов, управления текущими соединениями и много чего другого, необходимого для грамотного управления сетью. Разумеется, есть и дополнительные утилиты, типа автономной закачки, доступа к облаку iCloud, тестирование сети, WakeOnLAN и NetStat. С помощью портов USB можно реализовать файловый сервер, подключить USB-модем или принтер. Тестировать это чудо техники было проблематично, поскольку под рукой не оказалось ни одного мобильного устройства, способного обмениваться данными по Wi-Fi со скоростью 1733 Мбит за секунду. Даже подключив все, что нашлось под рукой, загрузить маршрутизатор не удалось. 11 клиентов работали с максимальным комфортом и скоростью, а роутеру хоть бы что, только нагрелся немного. Покрытие и качество сигнала на высоте. Заявленной зоны покрытия достаточно для большого офисного помещения или здорового частного дома, а фирменная технология AirRadar позаботится о устойчивой связи. В общем, это царь-роутер. С его помощью можно создать обширную беспроводную корпоративную сеть или беспроводной медиасервер, или транслировать видео с разрешением 4К. Идеальное решение для тех, кто не терпит компромиссов и готов за это выложить кругленькую сумму. В общем, пойду админам покажу, пускай слюни попускают.